На высоковольтной линии Победа шахты выявлены дефекты, которые требуют срочных и безотлагательных ремонтных работ. Данная линия является основным источником питания, и для этого с целью успешного прохождения осенне-зимнего периода 2018-2019 будет производиться ее отключение с 22 часов вечера 16 ноября до 8 утра 18 ноября, обещают энергетики. В этот период на территории города Красный Луч будет ощутим дефицит мощности электрической энергии. По информации руководства города, в этот период в администрации организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц. К ним можно обратиться по телефонам 200-29-2-31-50. В коммунальных предприятиях, в отделах по обеспечению жизнедеятельности городов Вахрушево, Миусинск, Петровское, поселков Хрустальное, Запорожье, Софиевский, Штеровка созданы оперативные штабы. В случае возникновения аварийных ситуаций можно обратиться туда. Луганск-Вода призывает жителей сделать необходимый запас воды на несколько суток, так как в период отключения электроэнергии все водоснабжающие объекты предприятия будут обесточены или находиться под аварийно низким напряжением. Городской администрации информируют, что в этот период будет организован подвоз воды населению в 3 пункта – в районе рынка 1-го микрорайона, возле магазина «Абсолют» на 3-м микрорайоне и в районе центра занятости. Транспортное сообщение в этот период будет осуществляться в обычном режиме. Работоспособность торговой сети города также будет обеспечена. На территории Красного Луча будут функционировать 3 автозаправочные станции: АЗС «Союз» по улице Луначарского, «Континент», расположенный по улице Хрустальское шоссе, и «Газсервис» по адресу улица Луганское шоссе. В Минтопэнерго и ЛНР сообщили о дополнительных источниках питания, которые будут задействованы в первую очередь для подачи электрической энергии на социально важные объекты, обеспечения работоспособности стационарной связи, больниц, аварийных служб, предприятий пищевой промышленности. Кроме этого, на момент отключения электрической энергии важная информация в Красном Луче будет доводиться через радиостанцию 102 FM. Более детальную информацию по вопросам отключения электроэнергии каждый житель республики может получить, обратившись на предприятие «Луганские электрические сети» в своем районе. В Красном Луче оно находится по адресу улица Интернациональная, 19, или по телефону 204-56.